русская гончая. Здравствуй, гончая. Ой, красавица ты моя. Ой, показалась. Красавица, да. Красавица. Русская борзая. Они у нас очень хорошие, ласковые. Это за них отдавали деревня с крестьянами, да, за русских, да, борзых-то? Да, русские борзые, псовых. Да, кто-то совал уже. Вон, смотри, как она лапами разодрала доски. Это же загнать лису и выкопать ее из норы. Инстинкт. Красавица, красавица. Настоящая охотничья. Да. С собаками рядом. Он тебе что-то рассказывает. Что-то хочет сказать. Как ему мне тоже не надо что-то. Я бы тебя почесала, но указано пальцы не совать, я не буду рассказывать. Красавец. Я говорю, как еще могу. Вот, еще вот так, пожалуйста, да. А тебе первая показалась русская борзая, красавица? Ой, они вообще очень красивые. Да, вот, я. Я бы с тобой, да, с удовольствием поцеловалась и почесалась бы. Ну, извини, правила есть правила. Нет, нельзя так, нельзя, да, я знаю. И с этой сторонки ты бы тоже был бы не против почесаться. Ну, так, ладно, пойду. Молодец. Баян? Ух ты, какой. Еще не баян. Ой, какой. Просто гончим, наверное. Да. Ой, ты красавец. Ничего мы тебе не принесли, прости. Мы тут ходим с пустыми руками, на вас не будем. Лопухи не предлагать. Нет. Людмиле понравилось бы. Да. Они как игрушки, да? Они вообще крокодулечки такие. Ну, конечно, если рабочих рук много, надо, чтобы такое ходить. Конечно. Деревнях очень тяжело работать, знаете, столкнул. Я раньше как-то особо не задумывалась. А здесь в деревне особо заниматься нечем, колхоз давно распался. Но при этом вот тоже, да, не рады бы восстанавливаться. А работать не хочу. День прошел. Не все так уж, конечно. Есть, ну, с одной стороны, кто-то и рад предоставить работу, а мы тоже не работаем. Кать, смотри, сколько лопухов. А животные-то каждый день кушать хотят.